спевы на 8 мовах летять над могутным Днепром. Сёлета творчий проект поширил свою географию. На святе не только белорусские артисты. После латвийских мотивов со сцены гучать польские песни. Гурт «Ержебины» типа нашему «Рабины» у захопления от творчей атмосферы. Мы уже первый раз на «Ноц Купале» в Александрове. На Białorusi jesteśmy już czwarty раз. Любим вашу музыку, гостинность. И тут же побач народные белорусские коллективы. Коллективы из Эстонии, Украины, России. Конкурсы, мастер-классы и сувениры от гостей свята. У меня мама из Лёзна, а папа выходец из Украины. Бабушки и польские крови есть, и еврейские. Кто мы на самом деле? Мы люди мира, в принципе. Но нужно сохранять ту традицию, которая в этом месте была. Купальскому вянку особливая увага на святе. Можно казать пропуск у каску. Их тут пляли на каждом кроку и на любой густ. А самое незвычайное удельничали в конкурсе на лепший купальский вянок. Необычный соломенный венок. Хотелось бы от всей души так вот сделать, удивить как бы всю республику, на что мы способны, что мы можем сегодня сделать. А молоди пропоновали шукать папороть кветку. Гэтый квест предугледживал наведывание тематичных пляцовок и выполнение специальных заданий по купальской тематике. Таемничий млин надо найти. Вы знаете, где это? Нет. Концертные пляцовки и гандлёвые рады працевали амаль до ночи. Мы очень рады, что у вас здесь так хорошо, уютно, тепло и очень здорово. Это здорово, что здесь есть представители и Украины, и России, и Беларуси, и других стран. Это все объединяет, и очень-очень красивый праздник. Атмосфера просто чудесная, волшебная, наполнена таким позитивом. На самом деле все люди добрые, очень приятно. Организаторам огромное спасибо в первую очередь за это. Я думаю, все останутся очень сильно довольными этому мероприятию. Видовищное шоу от Могилевского АДСАВ додало гостям настрою и святочной атмосферы. Кристина Каранкевич, Николай Соболев, «Новини региона».